От всего нашего учреждения ТМО «Семья и здоровье» выносим огромную благодарность жителям нашего города, администрации нашего города за оказанную посильную помощь, снабжение медикаментами, снабжение пленкой. Вот. Спасибо вам большое за принадлежности для постирки, в частности за стиральный порошок. Спасибо вам огромное, люди, за то, что вы отзываетесь и помогаете деткам. Да, и большое спасибо людям, которые приходили, помогали нам делать экстренное остекление, потому что все-таки лишние руки – это очень хорошо. Так что действительно благодарность от всех сотрудников всего ТМО «Семья и здоровье». За продукты питания, за овощи. Огромное спасибо за то, что у нас такие отзывчивые. Нужна будет еще помощь, мы обязательно к вам обратимся. Спасибо большое.